Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице закрыли сезон подлёдной рыбалки. В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассказали, что в столице закрыли сезон подлёдной рыбалки. Об этом сообщает агентство новостей Москва. По словам специалистов, на большей части акватории города ледяной покров полностью отошел от берега. Уточняется, что в данный момент свободного выхода на лед нет. Спасатели предупредили, что выходить на ледяной покров водоема в регионе больше нельзя. По данным департамента, на акватории Москвы-реки его уже нет вообще. По информации издания, в Строгинской пойме толщина льда составляет не более 2 сантиметров. На водоемах в Тинау толщина варьируется от 3 до 7 сантиметров, однако он неоднородный и рыхлый. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!